Зима в этом году удалась на славу. Тяжелые пушистые снежинки так кружились вихрь над землей, что сама ее поверхность стала белым ковром. И что было делать незадачливому, вроде бы с виду прихожанину крошечной церквушки, чтобы добраться до храма? В воздухе витало своей одухотворенностью предстоящее празднество Рождества Христова. Неверующий человек, как в периметре прямоугольника, созмерял прошедший год и смотрел с надеждой в будущее. Верующая же душа жила в другом измерении, неведомой, наверное, для себя самой, но будущей тайной жизни во Вселенной, которой руководит Творец. И душа, как маленький крохотный лучок, распекалась, пламенела и горела для окружающих, неся на себе отпечаток той вечности, за которой стоит Бог. В ней переливается отблеск ярчайшего сияния той любви, которая изливается на всю землю. Быть частью той небесной силы, надеясь на нее, это и есть счастье. Ты счастлив, когда свободен в любви от греха. Помощь ближнему и жизнь в основоположнике мироздания – вот ключ к секрету жизни. Мысль, как песочный домик, проходит и улетучивается в вечность. Как разваливается этот домик от прикосновения к нему руки. Но непрестанная мысль о том, кто любит добрых и злых, всегда благодатна, и она дает силы на жизнь. Крикни мгновенье, остановись, но оно, как поток реки, уходит от нас. Но он, как вечность, всегда постоянен и никогда не отходит от нас. Человек творение прекраснейшее. Остановись и вдумайся, для чего тебе дан этот миг жизни, даны душевные и телесные силы. Не для одного ли дела, не для одной ли мысли, не для того, чтобы прилепиться к рожденному в яслях, повитому честнейших херувимов, и больше не отходить ни на миг, ни в этой, ни в будущей жизни. Проснись, человек, посмотри, все проходит бесследно, как растает этот рождественский снег, и придет весна. Но никогда не перейдет тот, который обещал вселиться тебя и жить с Отцом Небесным во все времена бытия. Приди в этот вечер в храм и поставь свечу ему, и дай ему сердце не холодное от суеты, а горячее от веры, надежды, любви. Он придет и обнимет, давший часть того наследства, которое око не видело и ухо о нем не слышало. Так он всегда возле нашего сердца, чтобы мы открыли ему дверь. Но ты будь послушным ребенком и откликнись на зов родителя, давшему тебе вечную душу и тленное тело, чтобы ты через все испытания, скорби прошел к нему и упал на колени, прослеживших вымолвив: «Прости и прими». И шел этот одинокий человек по заснеженной тропинке, смотря на этот рождественский белый вихрь, тьмы тьмущих легких пушинок, как бы с ангелами славы непрестанно, свят, свят, свят Господь Савов, радости его не было предела, на душе было легко и светло, теплота, как поток горячей воды, пронизывала все его существо. Он шел на брачный пир, которого не будет конца. Аминь.